вкусные и свежие морепродукты – залог здоровья. Витамины, жирные кислоты, йод, который, кстати, в нашем регионе в дефиците. В этих кусочках содержится все необходимое, чтобы ваше самочувствие было на высоте круглый год. К тому же употреблять рыбу и икру можно хоть каждый день. Диетологи советуют. Высокая жирность в данном случае не противопоказание, ведь жиры в красной морской рыбе полезные. И показатели белков такие, что не придется думать, как добрать суточную норму. Поэтому включить в ежедневный рацион морепродукты – рекомендация буквально для всех. Вот только найти качественную продукцию вдали от побережья крайне сложно. Но этот вопрос у рязанцев решен. Выставка продажа «Икра и рыба камчатская» удовлетворяет спрос на качественную, свежую и вкусную рыбу. Самую лучшую, естественно, чавычу. В ней много полезного всего. Недаром индейцы североамериканские заготовляют эту рыбу на зиму, и они ей питаются. Значит, все, что надо для жизни, там имеется. Все понемножку. Приезжаю редко, я очень далеко живу. Поэтому приезжаю, понемножку возьму того, сего. После пенсии. Тут выбор хороший. И свежий, и все. Да все знают, и все приходят. Все хорошие. Свежие. Жарких дней все больше. Врачи, как один, рекомендуют перейти на более легкое питание. Фрукты, овощи, рыба. И, конечно, морская рыба в приоритете. Кладезь минералов, витаминов и питательных веществ. Летом рыба просто незаменима. Здесь, на ярмарке «Икра и рыба камчатская», можно выбрать морепродукты на любой вкус. Ассортимент более 35 видов рыбы удовлетворит самый взыскательный вкус. Нерка, тунец, кижуч, палтус и белуга. И, конечно, изюминка мобильной ярмарки чавыча, которую вообще сложно найти в продаже, и белорыбица, которая тает во рту, а также красная икра премиум-класса, зернышко к зернышку. Каждый привоз первый день. Беру, икру беру, только икру беру. По крайней мере, видим, что берем. В баночках возьмешь, не знаешь, что там. А здесь все видно. И любим, и нужно. Горячего и холодного копчения, с ароматами, которые поражают воображение. Слабо соленая. Каждый, кто попробовал хоть раз, отмечает идеальное соотношение соли и специй к рыбе. Кстати, если сомневаетесь, попробовать можно прямо у прилавка. Продавцы любезно предоставляют любой продукт к дегустации. До 26 августа включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. Лучшие морепродукты, которые можно приобрести в Рязани. Попробуйте и станете еще одним постоянным покупателем.